Детские товары, витамины, жаропонижающие. В аптеку Вероника Тихонова всегда ходит со списком, чтобы ничего не забыть. У меня 4 детей. В аптеку я хожу часто. Тут я покупаю не только лекарства, но и детские товары, косметику для себя. Аптечным товарам я доверяю больше, так как уверена в их качестве. А на здоровье и красоте не экономят. Многодетные мамы знают, как никто другой. Лекарства, запасы подгузников и крем для лица имеют свойство заканчиваться неожиданно и не вовремя. Например, за неделю до папиной зарплаты. Хорошо, что на помощь приходит карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка. Более 10 тысяч магазинов принимают к оплате карту рассрочки «Халва». Теперь в этом списке появились и аптеки, такие как Горздрав. Так что клиенты банка могут не откладывать необходимую покупку и не экономить на самом дорогом – на здоровье. Больше не нужно одалживать у друзей деньги для зарплаты. Карта «Халва» выручит не только при крупных покупках, но и когда нужно приобрести что-то недорогое, но прямо сейчас. –